серебряную штукатурку палатина от компании Element. Стиль у нас будет Елисения травертин. Стиль у нас сегодня будет травертин. Будем наносить шпатером на стену, подготовленную под обои. Предварительно заклад соломлю. Наносим в один слой и будем набивать вот такой вот щеткой 1000 лит наш узор. Все это дело приглаживаться и скрываться декоративным защитным мозгом. То есть задача сделать эффект камня серого цвета в стиле лофт. Приступаем. Наносим слой на 1.5 зерна. Набиваем щеткой. Все, ребята. Где-то, наверное, минут 25-30, потому что у нас сейчас жарко и окна приоткрыты. Влага быстрее выходит с материала, то есть смотрим, чтобы материал был матовым, чтобы он не мокрый был. Тогда пробуем легенько приглаживать. Приглаживаем, чистим патрикон и фабрикуем, чтобы всегда была вот такая вот мочалочка. То есть материал, инструмент должен быть чистенький. И вдоль рисунка, не хаотично, по рисунку начинаем приглаживать. То есть сперва мы создаем саму плоскость. Если конца придавливать материал, а потом будем чуть попозже, минуты через 3-4, будем уже с усилием давить. Смотрим, что материал не тянется, все отлично, начинаем приглаживать. По ходу рисунка. Все, ребят, нанесли мы слой, пригладили. Теперь у нас остается ждать. Часика 4-5 до полного высыхания перед нанесением воска. Все, ждем. Подходим к завершающему этапу нашего нанесения. Наносим сам воск. Воск с шелковистоматом защищает. Можно поверхность будет мыть. И наносим вот такой муховиц и снимаем мобильный шпатель. Друзья, мы закончили нас ОФО, наносили мы палатина компании Лимон, наносили мы травертин серый, стоп и воск.